Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет у нас по препаратам. Друзья, я заказываю себе препараты в интернет-магазине Агрополка, и мне предложили сотрудничество нашему каналу. А что это значит? Если вы являетесь подписчиком моего канала, то вы можете получить 10% скидку, если при заказе примените промокод САЦ Катерины Говоровой, то в течение 2 недель с момента выхода видео будет действовать скидка 10%. А сейчас я расскажу, какие препараты вообще я заказываю. Очень интересный и хороший препарат. Это вообще все профессиональные препараты. Почему заказываю? Вы знаете, столкнулась с тем, что когда вот экстренно бежишь, там какой-то препарат приобретаешь, там от клеща или еще что-то в магазин, раз работает, раз не работает, раз работает, раз не работает. Начинаешь заказывать профессиональные препараты, у них там обычно большие дозировки и очень дорого стоят. Чем мне понравился именно этот магазин Агрополка, что можно приобрести разлитые, запакованные индивидуально препараты, то есть вы можете там от 10 мл заказать себе, допустим, на разовую обработку сада, попробовать, понравится, будете также работать, сотрудничать. Что мне было нужно? Видите, уже пользовалась препаратом. Я заказала себе профессиональный корнеобразователь. Вот он с регенерирующим действием. Культимар. Чем еще удобно? На сайте идет качественное описание каждого препарата. Также вкладываются вот такие вот в посылку вот такие таблички, чтобы вы понимали, как работать с этим препаратом, потому что препараты импортные, на них часто инструкция на, допустим, английском языке или на каком-либо другом. То есть, в принципе, заказали, схему действия, описание препарата получили. Заходя на сайт, также читаешь про любой препарат, отмечаешь, выбираешь. Я уже пользовалась, так как у меня частые пересадки, посадки. И я вот сейчас буду обязательно еще через несколько дней, через неделю где-то с интервалом раз в 10 дней, я буду делать вторую обработку культимаром. Вот, читала за него, очень хороший. Еще заказала себе в этот раз... Это биологический активатор фотосинтеза и усилитель питательных веществ. Это антистрессовый препарат. Вот на канале постоянные вопросы. У вас, допустим, густые посадки. Как вы вообще с растениями? Они у вас там не голодают? Все хорошо? Видите, растения все хорошо выглядят. Я часто пользуюсь антистрессовыми препаратами. Чаще, чем удобрениями, так вам скажу. Потому что у нас такая зона, переход 6b7a, у нас постоянные какие-то температурные качели, очень большой период времени. То у нас днем жарко, ночью холодно, ну, постоянные такие. Поэтому я делаю где-то раз в месяц стабильно, я делаю препаратами антистрессовыми. Очень хорошие. Чем мне он понравился, это выжимки из растений, то есть это натуральный препарат, спокойно им можно работать. Зайдя на сайт, увидите точно, как нужно соблюдать дозировку. Вот я рекомендую, себе заказала, уже делала одну обработку. Делала я ее, наверное, неделю назад, и уже прямо мне нравится результат. Друзья, есть еще такой препарат очень интересный, вирулицид, вот Верон. Это единственный практически на сегодняшний день препарат, который работает именно по вирусным заболеваниям растений. Это мозаика, на каннах часто мы вот можем столкнуться, вот это ее прямо, этого растения профессиональная болезнь, мозаика. Я также буду обрабатывать свою магнолию вот этим препаратом. Пока аналогов ему я не нашла. Вот будем пробовать. Друзья, еще заказала себе, вы мне часто пишете, Катя, там ты черенкуешь, мы хотим там черенки у тебя. Вы знаете, профессиональные препараты для укоренения, они, как правило, тоже идут в больших дозировках, и там стоимость до 20 тысяч за вот этот объем. Поэтому в Агрополке вот вы можете заказать вот так. Это профессиональный укоренитель Клонекс, гель для клонирования. Есть еще спрей, которым можно предварительно, заблаговременно
опрыскать веточки, которые вы собираетесь срезать на черенок, и через, там написан промежуток времени, потом отрезаете, окунаете вместо вот корневинов, вот, то есть более профессиональный, вот выход должен быть практически 100%. И самое, вот самое насущное всегда, чем удобрять сад, чем работать, чем удобрять сад. Я буду сейчас работать плантофолом. Вот заказала тоже такой большой объем, мне его надолго очень хватит. Плантофол очень надежный препарат. Он стимулирует у нас цветение, цветоносы, длительное цветение. Я буду работать плантофолом по всему, в принципе, саду. У меня комбинированные посадки, я не буду разделять, потому что это будет обработка опрыскивателем, то есть это не под корень. Мне удобно, я пробежала, быстро все опрыскала, все хорошо, все работает. То есть, но не забываем, что такими препаратами мы пользуемся только первую половину лета. Это азотсодержащий препарат, чтобы мы не вызвали... То есть в конце сентября не надо работать уже такими препаратами. Друзья, и вот еще говорю, очень удобно, что мы можем заказать любую дозировку, то есть там от минимальной исходя, и сделать обработки. Сейчас уже буду заказывать еще фуфанон, буду, потому что уже смотрю, где-то тля появилась, где-то уже гусеничка какая-то пробежала, то есть уже надо начинать работать по саду такими препаратами от вредителей. Так что заказывайте, обращайтесь, мне понравилось, очень удобно. Я заказала по почте, заказываю, можно с деком заказывать, чтобы быстрее приходило. Продумал все вечером, сел, заказал, не тратится время, мне нравится, потому что мне некогда бегать сейчас, искать эти препараты, подбирать. Я для себя выбрала, заказала, все, в течение какого-то времени пришло, получила, и я знаю, что у меня моя вот аптечка садовая, она собрана. Я напоминаю, что вы можете получить 10% скидку в магазине «Агрополка» по промокоду «Сад с Катериной Говоровой», если вы являетесь подписчиками нашего канала. Промокод будет действовать в течение 2 недель с момента выхода этого видео. Все нужные ссылки будут прикреплены в описании к этому видео. Можете зайти, перейти по ссылке, посмотреть ассортимент. Очень экономит наше садовое время, потому что заказать можно вечером, когда уже не видно, сейчас весна, каждый день на счету в саду. Поэтому тратить день на походы по магазинам мне, допустим, сейчас некогда. Мне очень удобно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Переходите во все наши группы, в телеграм-канал, в группы в WhatsApp. Всем будем очень рады. Всем добра, любви и до встречи в саду, друзья.